Активизировавшиеся в Армении реваншистские силы вновь выступают с обвинениями в наш адрес, предъявляют территориальные претензии. Я хочу предупредить их, чтобы они прекратили совершать эти неблаговидные дела, иначе это плохо кончится для них. Об этом, как передает канал 13, 26 апреля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на церемонии открытия новой воинской части Государственной пограничной службы в Джабраильском районе. Во время Отечественной войны мы показали, кто есть кто. Железным кулаком размажили противнику голову. Военная провокация против наших пограничников на Зангеланском направлении Азербайджана-армянской границы должна стать последней такой попыткой. Мы не отреагировали на нее, проявили сдержанность. Но это последнее предупреждение. Если будет предпринята еще одна подобная попытка, враг будет уничтожен на месте. Мы защищаем свою границу и будем защищать ее и впредь. Граница каждой страны является одним из ее государственных символов, подчеркнул Ильхам Алиев. Он отметил, что Азербайджан полностью восстановил свои границы, территориальную целостность. Наши вооруженные силы, проявив доблесть и героизм, одержали победу в Отечественной войне. Роль пограничников в нашей общей победе очень велика. В настоящее время наши пограничники охраняют Азербайджан-армянскую границу на освобожденных от оккупации территориях, заявил президент Азербайджана. Yakınlarda Azerbaycan-Ermenistan sərhədinin Zəngilan istiqamətində bizim sərhədçilərimizə qarşı edilən hərbi təhribat son belə bir cəhd olmalı. Biz təmkinlik göstərərək bu təhribata cavab vermədik. Amma bu sonuncu xəbərdarlıq. Əgər bir daha buna oxşar bir cəhd göstərilərsə, düşmən yerindəcə məhv ediləcək.